Всем зрителям Уральской усадьбы привет. Сегодня у нас 15 августа 2017 года. Построили мы теплицу арочную, шириной 2 метра, длиной 4 метра. Каркас теплицы сделан у нас из профильной трубы 20 на 20. Окраска полимерно-порошковым способом. Арки у нас выполнены с усилителем с верхним для большей прочности. Сама конструкция стоит на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком. Также привязан к земле с помощью колышков. Также у нас на конструкции установлены диагональки укосины, так называемые. Поликарбонат 4 мм. Марка «Кристалл» фирмы «Карбоглаз». С одного торца у нас установлена форточка. С другого торца разрезная дверь-форточка. Теплица у нас простая, за счет этого очень надежная. Будет стоять долго и, как говорится, счастливо. Так, еще раз всем привет. Сегодня, напоминаю, 15 августа 2017 года. Построили мы теплицу арочную, шириной 2 метра, длиной 4 метра. Сейчас послушаем отзыв, надеюсь, довольного клиента. Старая теплица у меня пришла в негодность, поэтому я заказала новую по интернету. Качество меня устроило. Монтаж тоже устроил. Будем надеяться, что все будет очень хорошо. И смотрится она хорошо. В общем-то, подошла полностью. Полностью устраивает конструкция, полностью устраивает, да? А откуда узнали о компании «Уральская усадьба»? В интернете нашли? Да. Все принес. Приехала, все заказала, мне очень-очень понравилось. А сколько времени прошло с момента заказа до монтажа? Так, я 7 числа заказала, а 15 сделали. Сделали так, как мне хочется на то время, которое меня устроило. А, то есть вы заказали на данное время, да? Приехали в срок, выполнили, да? Да? Да. Все, спасибо вам большое за отзыв. Ну вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте свои вопросы. Пишите комментарии. Всем пока.